Сегодня мы начинаем шестую книгу. Мы никогда ее не читали. Для меня она тоже первый раз. Я ее буду, то есть, готовить файлы. То есть первый раз я буду ее проходить с вами. Ну, вот такой риши известный, Бхарадваджа, Бхаргаспатья. Он принадлежит Брихаспати линии. Да? Каждый риши имеет свой линии, свою готру. Да? Бхарадваджа принадлежит Брихаспати. Да? Это его родитель, так сказать. Там Васиштха, седьмая книга, которую тоже мы будем читать позже, принадлежит Майтра Варуни. Он принадлежит Митри Варуни Линеич. Ну, и так далее. Ну вот такой стих, 13 триштуб стихов. Давайте начнем. Вангме манаси пратиштхитам, маноме бачи пратиштхитам, авиравирма эдхи, ведасьяма анистха, шрутам мема прахасихи, анена дхитена хоратран самдадхами, ритам вадишьями, Сатьям вадишьями, танмам авату, тадвактарам авату, авату мам, авату вактарам, авату вактарам. Ом шанти, шанти, шанти. Тувам хи агне пратхамо манота, асья дхио абхаво дасма бхота, тувам сим врешанна акренох душтариту, твам сим врешан акренох душтариту, сахо вишвасмай сахасе сахадхьяй. О могучий огонь, Агни. Ты был первым, кто помыслил эту мысль. Пратхамах манота, манотри. Тоже можно перевести, ты был первый, которого почитали здесь, да? Первым жрецом призывания Хота. Могучий Мост Пробабли, он имеет в виду Дасма. Дасма – это тоже такой skillful, да? Тот, который может делать вещи. У него есть мощь и знание. В одном слове – Дасма. О, ты знающий и могущий огонь, да? Ты первым помыслил эту мысль, был первым жрецом призывания. О муж, врышан, о бык, дословно, да? Ты сотворил повсюду вокруг себя силу неуязвимую. Акренох ты сделал. Сахас. Сахас – это сила. Душтариту – это такая неуязвимая сила или неразрушимую силу ты создал. Вишвасмай сахасе сахадхьяй. Для преодоления, для покорения сахадхьяй. Сахасе вишвасмай всякой силы, чтобы преодолеть любую другую силу. Ты сам создал эту неодолимую, неуязвимую мощь свою. То есть это сила, которая покоряет все силы. Это тоже очень какой-то важный элемент, то очень хорошо относится к тому, о чем говорит мать, когда она говорит о втором творении, когда первое творение
совершилось, и все эманации божественные как бы пали или превратились в свою обратную ипостась, то есть свет превратился во тьму, радость в страдание, истина в неистину, в ложь и жизнь в смерть. Когда это все произошло, то шел поиск более мощной мощи, которая могла бы не зайти в это, в падшие эманации и вернуть их обратно. Но для этого нужна сила, которая будет превосходить все возможные, да, другие силы, которые будут противостоять, потому что будет противостояние между силами. И он как раз Агни, это и является, и есть тот первый аватар, который не зашел во тьму, и оттуда начинается движение к эволюции. Это его сила. Он создал себе мощь, которая превосходит или превзойдет любую другую силу. То есть не может быть никакого сопротивления, которое могло бы нас подавить. Если оно может нас подавить, то это значит, мы согласились на это. Но если мы не согласимся на это, то у нас есть воля, сила, которая может преодолеть все, все препятствия. Вот Елизаренко переводит, ведь это ты, о Агни, был первым вдохновителем этой молитвы. Хатаром, о чудесный, это ты, о бык, сделал неодолимой свою силу, чтобы можно было осилить любую силу. Ну, вот да, да, такое, если разобрать по грамматике, тем, кто интересно, это с точки зрения грамматики. То есть манота – мыслитель, асьях – дхиях, да, генитивные этой мысли. Мыслитель этой мысли первым пратхамах абхавах ты был. Да, ты первым был вот также хота, тот, который призывает богов, дасма. Дасма здесь о чудесный, да? О, как она переводит Елизаренкова, как Шри Аурбиндо, о мощный, тот, который potent fire, да? Тот, который может создавать вещи, менять вещи. О чудесный, о Агни, да? Ты был первым мыслителем этой мысли, первым хотаром, призывателем богов. Ты, о бык, создал нерушимую силу для покорения всякой силы. Ну, вот второй стих. Адхагота неасидах яджиян и ласпаде и шаян идьях Идиях сан, там тва нарах, пратхамам дева янтах, махора е, читаянто анугман. Такая дикция мощная. Адха, и вот, и теперь, хота, призыватель богов, Ниасидах, ты уселся внутри, яджиян, приносящий в жертву все лучше и лучше, самый лучший в принесении, в жертвовании, самый эффективный в жертвоприношении, самый сильный, как Шубиндо переводит, strong for the sacrifice, мощный для жертвоприношения. И ласпаде,
«Вместе истины». Ну, давайте я прочитаю его, а потом я переведу грамматически. «И теперь, усердный в принесении жертв, ты занял место в обители устремления. Ты тот, которому стремятся жрец призывания, наделяющий побуждением. Люди, созидающие божеств, возросли до осознания тебя, главного и первого, и проследовали к могущественному сокровищу». И вот ты, Готар, уселся здесь внутри, не осидах, да? Яджиян, мощный в жертвоприношении, и Ласпаде. В другом месте он Чебендо переводит в, на месте истины. Ила – это вот то, что Чебендо переводит как река, не озарение, а revelation, откровение. Да? Это на месте откровения, на плане откровения истины. Ишаян, ищущий, идиях, обожаемых, сан. Давайте еще гляну Елизаренко, чтобы лучше понять. «И вот ты уселся, как хатар жертвующий, лучше всякого другого, на месте жертвенной услады и ласпаде, освежаясь, как достойный призывов». Освежаясь, как достойный призывов. Боюсь, что это не совсем как-то понятно. Ишаян, дословно, это как... побуждающий. Наделяющий побуждением. Да, вот это вот Ишаян. Прешаяти, у нас есть такой корень с пра приставкой. И вот это побуждать, да, посылать. То есть ты на плане истины или на плане откровения, побуждающий, желанный Ильях сан есть. Побуждающий и желанный на плане откровения ты есть. Ты, кто уселся здесь внутри, как жертвующий и призывающий богов. Там тванарах пратхамам девайантах, тебя, люди первого, ищущие божественной реализации девайантах, люди, созидающие божеств, говорит Шри Рубинда, вообще интересно, building the godheads в себе самих, это он будет выстраивать у нас божественные силы. Ищущие божественной реализации девайантах, да? Возросли до осознания тебя. Читаянтах. И последовали к могущественному сокровищу. Главного и первого. До осознания тебя, как пратхамам. Да? Пратхамам читаянтах. Читаянтах. Они осознали тебя, как первого, как главного, ищущие божественной реализации. Здесь анугман. Маго Рае, и последовали Рае за сокровищем широкого или могущественного сокровища. Последовали в поиске могущественного сокровища. Мах – это тоже генитив, мах – от корня мах. Рае – это дательный. Да? Для обретение сокровища великого, великого сокровища. Очень, очень интересный этот перевод Шри Аурабинда, тоже
с этой точки зрения, man building the godheads, то есть человек, создающий богов. Такая роль человека очень важная здесь, в создании богов, потому что он является яджаманой, он является тем центром, вокруг кого, которого должны образоваться все божественные силы и создать вот это новое явление верховного. Все они здесь нужны лишь для этого, для создания верховного в индивидуальной форме. И огонь Агни играет здесь ведущую роль. Вот, Елизаренко, и вот ты уселся как Гатар, жертвующий лучше всякого другого на месте жертвенной услады, освежаясь как достойный призывов. За тобою за первым последовали преданные богам мужи. Так она переводит «девайантах». Это «девайантах» — это как это причастие настоящего времени, да? От каузатива, от «див», да? Светить, «девайантах», ищущие света, да? Заставляющие сиять, так сказать, или ищущие богов божественного воплощения, люди. Мужи, сосредоточенные на богатстве, чтобы его было много. Так она переводит «магах». Не на богатстве великого, а на чтобы его было много. Чтобы мало не показалось. Чувствуется, да, другая дикция сразу. Это какая-то другая форма говорения, стих другой, какой-то более широкий, что ли, непринужденный. Вритева янтан багубхих васавьях тувераим джагривансо анугман. Рушантам агним даршатам брехантам вапавантам вишваха дидивансам. Внимательные или бдительные к тебе, они последовали за сокровищем, будто вслед тому, кто шествует по пути с достойными, с достояниями многими. Вослед беспредельному, имеющему сверкающий вид, воплощенному огню, который излучает свет всегда и во веки веков. Во веки веков звучит как из православия. Это переводчик из России, да? Врита, врит – это армия, да, окружение. Врита ива, как с окружением, как с армией, янтом, идущего. Багубхих, васавьях, с многими как бы, сокровищами. Да. Туэ, в тебе, раим, джагривансах. Те, кто бодрственно осознали в тебе вот это... богатство, анугман, последовали за тобой, рушантам, сияющим, агним, огнем, даршатам, прекрасным, брехантам, широким, вапавантам, вапавантам, это заключенным в свою собственную сущность, да? Воплощенному огню, так переводит Шри Рубинда. Тому, кто воплотился здесь в форму. Вот эти все формы, которые существуют в этом мире, любые тела, это есть его воплощение, его оформление в определенную энергетическую сущность. Все они базируются на огне,
та энергия жизни, которая дает всему жизнь. Вишвага дидивансам, постоянно, день ото дня или навсегда сияющим. Его нельзя потушить, этот огонь, ничем и никогда. Ну вот Елизаренкова переводит: «За тобою, движущимся словно с войском, в сопровождении огромных богатств». В Ява, в Осавьях, ну, это в сопровождении многих богатств, будто вслед тому, кто шествует по пути с достояниями многих, последовали они, бдительные в отношении богатств Джагривансах, которые в тебе туве. То есть удивительно, да? Последовали они, бдительные в отношении богатств, которые в тебе. За сверкающим агни, приятным на вид даршатам, высоким бригантам, бригантам скорее широким, всеохватывающим, можно и высоким перевести, покрытым пленкой жира, знак вопроса, это вапавантам, Шиобинду переводит как воплощенному, все дни сияющему последовали дидивансам, вишвага дидивансам. Или тому, кто создает вселенский день. Каждый день, вишвага. Всегда. Сияющему, воплощенному, огромному, прекрасному, сияющему агни последовали бодрствующие у его богатстве, которое заключено в нем. Ему, который как с армией явился сюда, обладателю многих богатств. Хорошо, тогда можем остановиться здесь, на этих трех стихах. Последний как будто ассоциировался, как будто бы ученики Христа за ним последовали, да, по аналогии. Да. Как будто отсюда скопировано, да, ну, в смысле. Очень похоже на христианские мотивы, в особенности ригведийские вот эти агни, да. Очень, и отец, и он должен спасти отца, и он, вот это отношение сына и отца, огонь – это, собственно, сын, который спасает здесь какого-то отца, да, небесного, то есть манифестируя его здесь. То есть то же самое, что и Иисус, да, он пришел от своего отца, и никто не может прийти к моему отцу, кроме как через меня, да. Через психическое. Да, через... да. Да, очень интересно, как все повторяется, да? Угу. Да. А во второй шлоке мне очень понравилась идея о создании богов. А люди создают богов внутри себя. И возрастают на вот этого огня в себе. Да. То есть уже такой уровень осознанности возникает, да, что появляются вот эти, видимо, качества характера, да, то есть вот эти боги, они проявляются в нашей жизни в виде, ну, мыслей, действий, каких-то вот уже конкретных дел, может быть, даже. И мы постепенно осознаем их. Принадлежность агни, мы узнаем единое как бы движение во всех их разнообразных как бы
поддержках нашего, нашей эволюции сознания, мы узнаем тот, того главного и первого в них, да? И тогда следуем ему, ему, его могуществу, скорее, чем богам. Боги здесь — это его функции, да, которые, которые помогают нам открыть его сущность. Да. Это да, это потрясающе, создающие божеств возросли до осознания тебя, главного и первого. То же самое был вопрос тоже к матери, следует ли следовать богам разным там, да? Сейчас это такая тенденция и вашими, и в Ауравиле, все там, и любой религиозный праздник, сразу все идут куда-то туда, на челобитные, на какие-то поклоны. И я думаю, что это все, мать говорит, этого не нужно делать больше, да? Уже есть, если... Ну, наверное, нужно людям, которые не осознали главного и первого, да, в них. Но она, будучи там, уже мать Шри Аурабинда, то куда же уже дальше, да? Что еще больше нужно увидеть, да? То есть можно было просто последовать ее силе. О чем говорит Шри Аурабинда о матери? Нужно последовать ей, она все сделает. Она создает миры через вас. Да. Это а она что... есть, Агни, да. Собственно. Да. Собственно, это явление вот идти на праздники, это что? Это просто не утеря контакта или недостаток его? Это, скорее всего, да, не, недостаток. И тоже какая-то... Ну, типа догматическое, культурное, вот это конвенциональное влияние, да, вещей. И, то есть, в принципе, ничего дурного в этом нет. Просто по сравнению одно с другим, то есть можно последовать Агни и всем богам, как его функциям, а можно последовать какому-то одному богу вопреки всем другим функциям божественного, да, и сказать, что лишь ты есть, да, да, выбрать какую-то функцию божественного и молиться лишь отрицая все другие. То есть абсолютно какая-то абсурдная ситуация получается. То есть мне кажется, что даже ту сущность, то божество нельзя найти таким образом. То есть создается какая-то неверная форма божества, то есть создается какой-то образ божества, который обретает силу и обрастает какими-то витальными и ментальными догмами, да, и становится уже каким-то идолом, да. Идол становится божеством. Ну вот в индуизме же есть такое понятие, как личный бог, да, Иштадевата. Да. Наверное, это оттуда вот идет, эта традиция, да. Ну, как бы апеллировать сначала к нему, потом уже к абсолюту, я не знаю. Ну да, он проводник, как бы, да, тот, который проводит. Но когда начинается вот исключение всего остального, да, такой фанатизм, что ли, выбрать одну функцию и на ней лишь сосредоточиться, то, собственно, найти... Может быть, возможно, все. Наверное, все возможно в мире. Как ход такой, да? Да, как проход в более глубинные какие-то осознания себя. Вполне можно. Лишь бы не быть догматиком, да, в этом во всем. Не останавливаться. Найти истину важно, да? Да. А не то, как, кто является проводником. Да. Да. Я чего-то пошел вшире, а в принципе можно пойти и вглубь, да. Ну, дело в том, что, наверное, вот это такая старая традиция, и она, наверное, уже настолько за это самое. Вот последняя, не последняя, а там одна из последних передач Фейгина, там он общается с людьми, и он рассказывает о новых ритуалистике, о том, как наши поклоняются Богу смерти. И, ну, говорят, что это очень популярно. Там, может, слышали Санта-Муэрта, да, это поклонение Богу смерти. И в Америке очень говорят, как пишут, что это очень популярная традиция. И в Южной Америке, если ты хочешь обладать
качествами, как какими-то там полководца, еще кого-то должен выкопать и во всяком случае там поклоняться. И вот они приводят этот случай, как у нас вот сейчас выкопали этот труп Ушакова, да, адмирала, и катали его по Неве, помните? Ну, то есть он рассказывает о том, как поклоняются у нас этому, ну, как у нас это популярно, не просто у нас, а у нашей власти. Представляете? Ну, да. Ну то есть вот, вот это вот, ну, как это бы... магия. Пошли вообще. Да, да, да. Но вот это тоже поклонение. У каждого свои боги, это вот выбран, да, вот такой вот путь. И, ну, как бы, они там, ну, интересная достаточно передача. Они, ну, не знаю, насколько там знатоки, но, как говорят, что они знают изнутри эту всю кухню нашу, вот эту вот властную, провластную. И вот так вот. И что это, не сделаешь, да, лишь бы у власти остаться. Да, и вот не, все недоумевали, зачем нужно там переносить эти мощи и катать их по Неве, вот, ну, в день военно-морского флота. Оказывается, все очень просто. Вот представляете, да, да. Быть как адмирал, ну, видите, Ушаков. Непобедимый, да? Ох, можно, ну, залететь под это все. А потом, да, а потом к тебе, чтобы он же к лику святых там причислен, его там, ну, в общем, просто это... Попами, причислен к лику святых попами. Кадылами. Да, ну, да, вот. Да. Ну да, все так оно и есть. Назначили, так, да? Да, его назначили. Да. То есть вот это из крайности в крайность. Но это наше вот как бы черное и белое, да, это вот. Ну да, это интересно, конечно, все. Хорошо, друзья, я остановлюсь здесь, а то у нас Ом Квая сейчас там, да, уже народ, наверное, сидит и ждет меня. Я должен всех впустить, все стучатся в дверь моя теперь. Понятно. 50 человек. Окей, все тогда. Спасибо. Да, спасибо большое, до свидания. Шанти, 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 Шри Гурубьё Намаха, Хари Ом. Все, пока.